План реконструкции территории вокруг монумента дружбы на помежже Беларуси, России и Украины сегодня представили у Гомельским облвыканкаме. По доручению президента Беларуси памятный знак будет комплексно добраупорядкованы сёлета. Монумент дружбы, вядомый как «Три сестры», был узведен в 1975 году. Стелы выкананы по проекте гомельского архитектора Леонида Стукачева. Велишное збудование узводили совместно представники трех республик. По оценке специалистов, несущие конструкции стелов, облицованные инкерманским каменем, не потребуют капитального ремонта. Треба только обновить облицовку. Реконструкция закране три подходы до монумента, которые будут выкладены малюнком национальных орнаментов трех краин. За основу взята концепция, пропонованная проектным институтом «Гомель громадян проект». Так само треба отремонтовать асфальтованные подъездные шляхи, обновить и поширить зеленые пляцовки. Ремонт будет проведен и на территориях, отведенных под тематичные выставы и кирмаши. Добраупорядкование монумента дружбы планируют завершить до початку червеня. Этот монумент всегда являлся символом единения, символом проведения всевозможных фестивалей. В настоящее время по инициативе главы государства в ближайшее время будет произведен текущий ремонт данного монумента. Разработан эскиз, находится в стадии утверждения, и в ближайшее время будут сделаны данные работы для приведения его в должное нормальное состояние.